Совсем недавно мы с вами говорили о одном из самых популярных проводных триммеров Wall-Detailer, Wall-Detailer Extra Wide. И сегодня у нас очень похожая машинка, опять же от Wall, опять же триммер, опять же проводной, но называется он Wall Hero, герой. Опять же машинка относится к серии 5 Star. По сравнению с детейлером машинка гораздо более легкая, корпус у нее немного компактнее, причем корпус здесь с такой вот хитрожопой выемкой, как сказал представитель Wall. Вот была такая же машинка для стрижки, и мы решили сделать в таком же дизайне, но маленькую. Ну, решение, на мой взгляд, абсолютно бессмысленное. Во-первых, вот эта вот выемка, она ни хрена не попадает под палец, все-таки хват у триммера совсем другой, чем у машинки для стрижки, поэтому смысла в этой выемке нет. Во-вторых, кольцо сделано здесь точно такое же, как на машинке, соответственно, оно уменьшилось в разы, и получается, что ну, сюда не запихнуть даже крючок, на который нужно вешать. Очень неудобная петля для подвешивания. Нож. А нож здесь используется стандартной ширины. Кроме того, здесь нож во всей красе показывает конкретно у этого триммера, вот из этой коробки, что Wall это конченые жопошники. Посмотрите, пожалуйста, на это безобразие. Не знаю, насколько хорошо это видно на камере, но вот так вот довольно заметно. Нож полностью покрыт коррозией. Нет, я не мыл его. Нет, я не стриг и мокрые волосы. Я им вообще ничего не делал. Эта машинка пришла в таком виде с завода. Достали из коробки, распаковали, а нож уже весь покрыт коррозией. Эти жопошники на заводе у себя не смазывают нож маслом. Нож выполнен из высокоуглеродистой низколегированной стали, поэтому они довольно легко подвержены коррозии, даже от обычной атмосферной влаги. Нет, эта машинка не хранилась, насколько мне известно, на каком-то холодном сыром складе. Хранилась она в отапливаемом помещении, но тем не менее, пожалуйста, все в коррозии. Возможно, в одном из следующих видео я покажу вам, как с этим бороться. Это, в общем-то, несложно. Это все лечится, но тем не менее неприятно. Что еще у нас тут можно рассказать про эту машинку? В отличие от Wall Detailer, эта машинка выпускается только с ножом стандартной ширины. Более широкого на 38 мм ножа здесь не водится. Здесь стандартная ширина 32 мм. Для большинства работ этого вполне достаточно. Но, тем не менее, ну, некоторым, наверное, хотелось бы, чтобы был нож и пошире. Одно из основных отличий этой машинки от детейлера – это вес. Вес здесь гораздо ниже, машинка по сравнению с детейлером кажется даже какой-то невесомой. Здесь сам провод у машинки тяжелее, чем машинка. Почему? Ну, здесь используется другой корпус, во-первых. Во-вторых, хотя здесь используется мотор той же мощности, порядка 6 Вт, да, во всяком случае 6 Вт выдает блок питания, но мотор здесь другой, чем в детейлере. Он более компактный, более легкий. Поэтому в итоге более низкий вес. Комплект. В комплекте у нас здесь три насадки, так же как в детейлеру. 1,5, 3 и 4,5 мм. И кроме того, здесь имеется специальная приблуда для выставления длины среза на ноже. Напомню, стандартная длина среза 0,4 мм. Тем не менее, можно установить нулевую длину среза на ноже. Ну, если это вам надо. Если это не надо, то не занимайтесь самодеятельностью. Будут целее кожные покровы ваших клиентов. Итак, машинка довольно удобная, легкая. В руке сидит неплохо, но для проводной машинки хотелось бы, чтобы само тело машинки было потяжелее. Иначе провод перевешивает саму машинку. Очень удобный Т-образный нож. Наверное, им неплохо делать и татушки, но здесь опять же беда валовских ножей, довольно широкие боковые зубцы мертвые, поэтому, ну, возможно, где-то будет грязновато подбривать. В остальном нож высококачественный, но единственное, молитесь, чтобы ваш триммер от Wall пришел без ржавчины. Неважно, это будет Hero или это будет детейлер. Ко мне и Хер Валовский приходил с ржавчиной, и Детейлер Валовский приходил с ржавчиной.
Ну, все это лечится, но неприятно. Неприятно. Новую вещь получать сразу с ржавчиной. Подробные характеристики, примерный ценник вы можете увидеть на нашем сайте enotpostrigun.ru. Там же вы можете заказать, если вам понравится наш магазин. Если нет, то и бог с ним, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Енот Постригун». Здесь еще много интересного будет, я надеюсь. Записывайтесь в нашу группу ВКонтакте «Енот Постригун». До новых встреч. Пока-пока.